29 июля одесские спасатели присоединились к всеукраинской акции и вышли на охоту на нарушителей, закрывающих проезд к пожарным гидрантам. Цель такой акции – призвать водителей не оставлять свои транспортные средства на пожарных гидрантах, поскольку тогда автомобиль перекрывает доступ спасателей к пожарным кранам наружного водоснабжения. Такие ситуации опасны тем, что теряется драгоценное время для борьбы с огнем. Поэтому спасатели решили обратиться к водителям и устроили флешмоб под названием «Не паркуйтесь на пожарных гидрантах». Бригада оперативно-координационного центра посетила наиболее проблемные районы и улицы Одессы. Спасатели демонстрировали ситуацию по обеспечению доступа спасательного подразделения к пожарному крану при ликвидации условного пожара. В мероприятии приняли участие жители города, которые обеспокоены отсутствием культуры поведения у некоторых водителей. Спасатели призывают: не оставляйте машины на пожарных гидрантах, ведь при ликвидации пожара важна каждая секунда, от которой зависит жизнь людей. Мы решаем машины!